БЕКСТЕЙДЖ життя спортсменів та бізнесменів України у четвер, о 20-тій. Надя Васіна шоу. Мої гості це лідери, які змінюють країну. Вітаю всіх, з вами я, Надя Васіна Шоу, 12.06. Починаємо з подяки нашим захисникам, нашим героям за сьогоднішній день за можливість сидіти в студії і спілкуватися. Навпроти мене Олександр Негода, президент Федерації боксу Києва. Привіт. Привіт. Слухай, говоримо про. Бокс київського нашого а, рівня і про світовий бокс. І давай почнемо про те, що зовсім нещодавно ви провели змагання. Розкажи, будь ласка, як вони взагалі пройшли, як у форматі у воєнний час можна проводити змагання, яка кількість дітей, людей? Ну і ще щось розкажи. E, Значить, это був кубок Києва. E, Перший раз ми проводимо турнір. Это турнир всеукраинский мастерский. Вот, это турнир не детский. Это турнир для элиты. Элитой мы называем взрослых боксеров. Вот, значит, всеукраинский мастерский турнир. Ребята, которые на нем участвуют и побеждают, получают статус мастера спорта. Значит, у нас было 133 участника из разных регионов страны. Вот. Еще раз повторюсь, турнир этот мы проводим впервые, но я хочу и уверен, что этот турнир будет традиционным. Мы будем собирать еще большее количество людей вот, на этом турнире. Ну, я считаю, что турнир прошел на высочайшем уровне, потому что, скажем так, отзывы и участников, и зрителей, все в восторге, Киев давно. Даже в мирное время не видел такого количества зрителей, которые присутствовали на чемпионате. На самом деле, я и сам не видел такого у нас. Вот, то есть огромное количество. Что называется биток? Биток, С чем это связано? С за заходом и за Да. Во-первых. По всей видимости меньше стало вот каких-то таких вот массы развлечений да это первое второе я думаю что это все таки наша работа связана с популяризацией нашего вида спорта вот поэтому вот и очень активно сейчас прям активно я еще раз говорю вот вот в такие тяжелые времена и формируются на самом деле нации вот народ и нация это понятия разные, разные. И вот в тяжелое время для людей, для страны, для территории идет мобилизация. Мобилизация сил, творческого потенциала. Вот. И люди стараются все делать хорошо. Ну вот, по всей видимости, это сработало как бы у всех, и у нас в том числе. Поэтому вот прям, ну, прям на уровне. Прям на уровне все было проведено, и людей это заинтересовало, люди пришли, я же говорю, и, э, ситуация сложилась так, что э, люди не могли попасть, не было места. Да, я еще раз говорю, Киев давно, Киев, боксерский Киев давно такого не видел, любительский. Вот. Поэтому, ну, все прошло прекрасно. Я же говорю, мне звонят представители команд, э, судьи с благодарностью о том, что все было прям классно, так, невзирая на то, что это столица, никакого пафоса, даже с учетом присутствия и министра, вот, и олимпийских чемпионов, э, вот. Все было уютно и по-домашнему. Поэтому, ну, в общем-то, вот, что касательно э, проведения, вот, где-то вот так. Це за поддержки Киева было правильно организовано? Ну, смотрите, я в принципе. Это и Киев, это и Министерство, и Федерация бокса Украины. Вот. Ну и, конечно, Федерация бокса города Киева, потому что мы выступили инициатором, мы в основном, скажем так, за наши привлеченные деньги это все проводится. Поэтому, ну, как бы все вместе, все вместе, можно сказать так. Я просто думала, ну ми ще поговоримо про це, що якісь донати є за кордону, які підтримують розвиток боксу під час війни. Ні, ну на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, скажімо так, я хочу поблагодарить директора департамента молодежі спорту міста Києва Юлію. Хан, которая і правда їй вдалося то чудним образом через фонди, скажем так, найти поддержку, ну это стипендии дополнительных для ведущих наших боксерів. Це что касательно, если якщо ми говоримо в общем развитии. слухай, а вже можна говорити, де проходили змагання. У нас есть основное место на сегодняшний день у Киевской Федерации Бокса. Это Киевский национальный университет будивництва и архитектуры. Сам ректор Петр Мусевич Куликов, мастер спорта Советского Союза по боксу, человек, который на сегодняшний день, ну, я думаю, из всех учебных заведений больше всего поддерживает нас, боксеров, да, дает возможность ребятам и поступать, и учиться, и проживать, и питаться. Вот. И у нас базовый клуб там с, со всеми условиями, которые нужны для проведения ну, хорошего качественного турнира. Поэтому это было там. Бывший КИСИ, сейчас это Кнуба. А, вина новые правила. Раньше мы подлаштовывались под карантин. А теперь под безжажливые истории. Как с этим? Там есть все условия для того, чтобы, скажем, и бомбоубежище в случае необходимости. То есть мы, скажем так, все соответствует правилам сегодняшнего дня, вот военного положения. Поэтому там все условия есть. Мы проводили все в рамках, скажем так, права и сегодняшнего дня. А ось спортсмени, подивитися на них. Ти сказав, що це дорослі. Дорослі це в боксі з якого віку починають? З 18-ти. вісімнадцяти. 18 18 Який настрій? Ну я вже зрозуміла, що в принципі всі такі uh, inspired, вдохновлені, але. Ну, все рівно, ми розуміємо. Коли тривога, там спортсмени спортивна гімнастика приходили, кажуть, о, господи, почалася тривога, ми тільки розім'ялися, побіжали ховатися, потім тривога завершилась, треба виступати, Ну, ну складно. Нам повезло, нам повезло, у нас, скажімо так, якраз раз в момент наших, от, там же мы, ну, боксирують по времени, якраз раз не було тривог, ми пройшли цей етап достатньо м'яко, мягко, хорошо. звісно, конечно, тому потому что, ну, Ребятам нужно реализовываться, им нужно отбиваться, им нужно боксировать для того, чтобы повышать свой уровень мастерства. А вот. Мы им такую возможность предоставили вот, и предоставляем вместе с Федерацией бокса Украины. Поэтому настроение отличное. Конечно, всех психологически это, ну, скажем так, выбивает, подгружает. Люди, я смотрю, там, ну, если мы говорим вообще вокруг, то, конечно, скажем так, много людей, которые напуганы, которые вот да, ну, как-то потерялись немного. Но это естественный процесс, психология. Вот. Но у нас я же говорю, что все довольны, все хорошо. Ну, мы даем возможность им дальше реализовываться. Для них это важно. Ну я, наверное, уявляю я, тому что в принципе, если сейчас выезжать на международные змагания все спортсмены, наверное, какие там из наших стран, они Кожен день там змагаються майже, мають можливості виїжджати постійно на різні змагання. У нас Ну, у нас, як у нас зараз, на сьогоднішній день, як їм поштовхують зараз виїжджати на міжнародні. Взагалі виїжджають? Виїжджають. Тобто, зборники з страни, ті, хто є збірниками країни, вони мають можливість виїжджати і в міжнародних турнірах. Тільки збірна, правильно я розумію? Тобто, якщо ну, по закону, я... тільки зборна, так. Да. Ага, тобто, якщо я просто пам'ятаю тоді, що там півроку тому навіть більше було розмови про те, що деякі спортсмени хочуть виїжджати, хтось виїхав, не повернувся, ну там стосовно чоловіків, і почалися заборони, що, типу, ні. Угу. Не в збірні, до побачення сюди там в. Ну, Україні. сьогодні теж саме, так. Да, тобто зборники з мають можливість виїжджати. Ну і то, слава Богу, хорошо. Як часто за цей період збірна виїжджала? Ну, вот с начала года, скажем так, часть сборной уехала вот в Дебрецен, вот в Венгрии у них было, был международный турнир, часть уехала в Молдову. Вот, скажем так, вот ну, их разделили просто там вторые, первые и вторые номера, вот они уехали первый раз, это с начала года. Это коли, я, извините? Вот, буквально а, на, на прошлой неделе, да, проходил турнир в Дебрецене и в Молдове. А до этого не вернулся? А до этого были, сборные, были сборы внутри страны. Ну, у нас еще же проходил чемпионат Украины, формировалась новая команда, это в начале года. Вот, в Яблуныце, в Ивано-Франковске был у нас чемпионат Украины сбор, по элите, опять же. Вот, сформировалась сборная, они прошли э, перед Новым годом один сбор, после Нового года один сбор, и вот выехали отбиться. Подраться, да. То есть в этом году один раз выехали. Ну, проблему сборной с выездом, я думаю, не будет никаких. Слухай, 20 липня, да, півроку, ну, трешки ты став президентом Киевской Федерации боксу. А, чем ты задоволен? Что смог изменить? Что вообще потребует наша а, наша киевская команда, наш киевский бокс? Что успел изменить? Наверное, так скажем так фундаментально еще ничего не успел изменить, потому что опять же в военное время какие-либо изменения ну очень сложно проходят, очень сложно проходят. Вот, но на самом деле есть план я хочу систематизировать работу в первую очередь детских и юношеских спортивных школ с федерацией и школ высшего спортивного мастерства с федерацией. Это для того, чтобы обеспечить развитие детского и юношеского спортивного спорта вы выше oh. на ревень подняты, чтобы больше серьезно. Нет, 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 нет. Просто хочу систематизировать для того, чтобы детские и мужские спортивные школы, на самом деле город вкладывает деньги в инфраструктуру и вкладывает деньги в развитие. Единственное, что... Ну вот раньше, скажем так, сейчас мы нашли общий язык опять же с департаментом, э, с директором департамента. Э, ну достаточно недавно она зашла на свою должность. Вот, и есть общий язык, у нас есть понимание, что э, юношеский и юниорский спорт, он должен развиваться, я же говорю, за, э, фин, э, за деньги города. Город выделяет деньги на постройку залов, на сборы, на питание детей. Вот. Если мы сумеем это систематизировать, и там будут работать те тренера, которые не просто давно там сидят, скажем, им там комфортно много лет, они там в уголочке сидят, да, и собирают там коммерческие группы, а будет построено таким образом, что эти школы будут отданы под федерацию и федерация сможет рекомендовать директорам школ э, устраивать туда тех тренеров которые дают результат, результат, да, и у них есть и группы боксеров и эти боксеры и выезжают и боксируют, то тогда мы сможем построить детские и спортивный спортивные школы э, спорт, который будет фундаментом уже для, скажем так, молодежи и элиты что-то такое в Америке, правильно я понимаю? В них по школах, по университетах, то есть они... Вы уже... знаете, я, честно говоря, вот я, я не знаю, что, как построено в Америке, я просто вижу, как, как это вижу и хочу построить я. То есть, будучи на позиции генерального секретаря и первого вице-президента там 6 лет Киевской Федерации, я с этим всем столкнулся, я все это наблюдал и видел, как это работает. Вот сегодня мы уже подошли к тому, что у нас прошли определенные смены там, директоров профильных школ, именно для того, для того, чтобы систематизировать эту работу с федерацией и с городом. Потому что, еще раз говорю, город достаточно выделяет денежных средств для развития инфраструктуры спортивной, в том числе и боксерской. Вот. Просто вопрос в том, что ею пользовались до этого люди в своих интересах, а сегодня мы начинаем это использовать в интересах, скажем, детей и их родителей, да, которые э, заинтересованы в том, чтобы их дети росли и здоровыми, и имели возможность, скажем так, развиваться в спорте. Сколько так загалом можно там окреслить, я понимаю, что в принципе цифру так сказать не можно, но детей занимается в Киеве боксом. Это же в принципе один из довольно популярных видов спорта. Футбол, бокс, ну не знаю, там баскетбол мы будем. Мне на самом деле сложно сказать, почему. Потому что я же в основном вижу тех детей, которые участвуют на соревнованиях. Ну, а на соревнованиях, на соревнованиях на самом деле вот как по да, Принцип паретто, его можно применить в любой плоскости жизни. И здесь то же самое. То есть я думаю, что 20% детей, если из тех, кто занимается, участвует на соревнованиях, то это хороший результат. А 80 это те, кто просто занимается. Ну вот если взять там калькуляторы, посчитать, условно, если у нас там 120 детей занимаются, ну, участвуют в соревнованиях юношеских, а это 20%, процентов то у нас, грубо говоря, там, можно сказать, что около там ну, тысяча, да, тысяча, детей точно в юношеском, это с 12 до 13 лет точно занимаются боксом. Пошли дальше там юниоры, да, это, там 14-15, ну и так арифметически, ну не знаю, может быть, оно и выйдет тысяч до 10, ну вот я думаю, где-то так, это так. Слухай, якщо від київського боксу перейти на световой, Міжнародна федерація боксу, асоціація боксу, IBA, якою керує Маріонетка російського президента із жахливим ім'ям Умар Кремльов. Просто фантастика, як воно так все. Як взагалі таке, від... таке сталося? Чому його досі не прибирають? Я розумію, що це також обрана посада, правильно? Так. Да. Тобто його колись обрали голосуванням. Да. Ну, я пам'ятаю, півроку. Ну, да, 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 вот, да. Як взагалі під час ось такої жахливої війни. Такие вещи происходят. То есть, он такой Марионетку Путина. И еще э, есть одна из главных. керує IBA Международная ассоциация бокса. Вау. Ну, мы же как бы люди взрослые. Мы понятно, что как бы для нас это неприемлемо и мы этого не хотим. Но всегда же внутри любой системы стоит что экономика экономика коррупция не ну коррупция это уже прилагающаяся да экономика стоит в свое время когда они заходились они завели туда газпром газпром по моему полтора года назад впервые в истории впервые в истории значит на любительском ринге призовые чемпиону мира составляли 100 тысяч долларов. Да, я помню, вы же это мы взяли, что типа, мы вам бабки даем. Это ответ на вопрос, как, ну вот так, политика и деньги, вот так. Поэтому, поэтому произошло так, потому что э, есть, э, скажем так, финансирование, финансирование притом достаточное финансирование, очень приличное. Вот. Ну и, соответственно, политика, вот оно как бы сложилось так, что сегодня управляет Умар Кремлев. Кстати, Кремлев, это, наверное, какой то это, да? Как? Не фамилия, а как Ну, может быть, позывной, вот, поэтому вот так и произошло. Понятно, что на сегодняшний день мы пытаемся добиться, чтобы этого не было, но опять же политика. Просто жахливо, що 100 тысяч долларов могут вырешивать вот закрывать и очень на такие ужасные вещи. Дело в понимают, том, что, что тут тысяч... же вопрос же в чем. Вот смотрите, я для себя, когда э, они появились, я начал анализировать и смотреть, потому что... Ну, еще же тогда не было э, войны, да? И для меня тоже определенная модель была важна. Как? И вот смотришь, и Газпром везде во всех видах спорта. Мы не говорим только о боксе. И речь идет не о 100 тысячах долларов. 100 тысяч долларов для одного. Для одного. Я а 13 весовых категорий. Это уже миллион триста, да? Mm. Поэтому, я же говорю, это политика, и они... А спорт это политика. Они зашли во весь спорт, в весь спорт. Чтобы ты там не коснулся, везде есть Газпром футбол, волейбол там, и тому подобное. Поэтому это деньги, они выделяют деньги на развитие своего спорта. Опять же, мы переходим, что спорт это политика. Конечно, для нас сегодня это неприемлемо, но это их политика. Ну, жахливо, они же просто не понимают, что, в принципе, все эти кошти в момент могут ну, завершить жизнь многих людей. И если як, бы в их страну пришла война, я думаю, вы бы просто не дальше плювались от этих 100 тысяч долларов призовых. А, ну, просто питання не было. А так люди... Безусловно. Ну, мы, же, мы, же, мы же начинаем понимать и ощущать, когда это касается нас. Вот когда их это коснется, они это поймут. Сегодня их это, скажем так, не касается, они этого не понимают. Мы сегодня это понимаем, поэтому мы выступаем против того, чтобы они участвовали и на Олимпиаде, и на чемпионатах мира. Вот. Как это получится сделать, если нас поддержат так наши партнеры? Америка, Соединенные Штаты, Великобритания такие, да, мощные, вот. тогда да. Но опять же, там же все равно на весы ложится и Китай, и Индия, вот с их стороны. Да, они вроде как бы и нейтральны, но. но не нейтрально. вони підтримують більше ту сторону, поэтому ми наблюдаємо определенний баланс сіл. Ну буде видно, видно. А що видно просто розуміти, як ця гидота вся розповзлася? Ну просто як хвороба. Ось Росія, це як хвороба, вона розповзлася, скрізь покидала свої клешні, і тепер ну як рак. Ось реально. Куди не плюнь? Ну, слава Богу, зараз ну, міняється ситуація з газопроводом і не тільки, хоч коли, хоча, коли була Мерківці, казали, ой, це неможливо, співпрацюємо. А, окей, нагадаю, президент Федерації боксу міста Києва поруч зі мною Олександр Негода. Розкажи, будь ласка, про вже пішли на світовий бокс, а, санкції. Як взагалі... Боксерський світ, то тому що давай так, розділимо. Для тих, хто не знає, і я сама іноді плутала: є аматорський бокс. Аматорський бокс це ті, які можуть виступати. Це збірна від збірної виступають на чемпіонаті світу, Європи, Олімпіаді, спортсмени. А є професійний бокс, це шоу в MGM Grand, чи ще десь за великі бабки. Ну так, простою мовою, правильно? Угу. І ось на Олімпійському, тобто в аматорському боксі. Росіяни та білоруси не приймають участі в змаганнях. Ну, до Олімпіади ми дійдемо зараз. Угу. А в професійному як? Ну да, все правильно. Ти все правильно говориш, в конце все правильно сказала. А розділити бокс ну, нужно на олімпійський і професіональний. В олимпийском. Я еще не слышал, что они не участвуют. Мы сейчас боремся за то, чтобы они не участвовали в олимпийском боксе на Олимпиаде. Еще же не принято. И про Олимпиаду, решить. да. А до этого были же какие-то там Кубки Света, Европа, чи еще и что -то. И насколько я знаю, они везде участвовали. Боже, и... Да. Я... Вот. Что касается профессионального спорта, то там ситуация такая же, они везде участвуют, везде участвуют, потому что разные версии, разные версии боксерские, да, в которых разные чемпионы. Ну, то есть разные федерации, разные... Там не федерации, там так называемые версии, да, там WBC, WBA, там есть свои президенты, свои президенты в каждой версии боксерской а вот и в каждой боксерской версии по своим весовым категориям есть чемпионы а вот. а основных версий таких основных по моему 4 или 5 а вот. в каждой опять же по весовым категориям есть свои чемпионы и там есть русские которые есть чемпионами От. І, відповідно, в Олімпійському боксі, поки ми не добілися, боремося над тим, щоб вони не участили. Ну, дивись, WBC ухвалила рішення про відсторонення всіх російських та білоруських боксерів від своїх поєдинків через розв'язання двома державами повноштабної війни в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті організації. Це 9-го 2022, да, есть, по рекламе, это да. одна единственная, по-моему, кто, скажем, утвердили такое решение. Но помимо, них, да, помимо них есть WBO, WBA, IBF, IBO, вот, которые это, в принципе, не поддержали на сегодняшний день. Вот, поэтому, опять же, мы возвращаемся здесь, скажем, нет ничего, скажем так, удивительного, потому что это деньги и политика. Двойные стандарты. Ну, зрозуміло, зрозуміло, що скрізь вирують гроші, і не зрозуміло, що гроші не повернуть життя. Ось коли світ зрозуміє, що їх життя не залежить вже від грошей, а залежить від нормальної, адекватної ставлення взагалі до світу, до людей, тому що все поки впирається в ті бабки. І знов-таки повертаємося до бабок. Томас Бах. Світовий людина, яка, в принципі, відповідає за всі питання стосовно Олімпіади, ну так, в його обличчі. Зараз вирішується, чи будуть росіяни Білоруси участвувати в Олімпіаді, чи ні. Ну, для нас знову смішне рішення. Як смішне питання? Тобто багато країн, 35 країн, вже підтримала відсторонення цих. Країн від Олімпіади. Мер Парижа також виступила, що не хоче бачити їх. Ми вже сказали, що якщо вони будуть приймати участь, то ми не не приймаємо участь в Олімпіаді. Також які країни нагадай, будь ласка, ще? Якщо я не ошибаюсь, Сєїної Штати Америки, Велика Британія там під питанням. Канада, Швеция объявили, но это-то они объявили по поводу участия в чемпионате мира, по поводу олимпийского участия. Я, честно говоря, не могу точно сказать, так это или нет. А вот. Но опять же, 35 стран. 35 стран, да? А сколько стран вообще? 200, 220, по-моему, что-то такое, да? А вот. И 35. И мы как бы и мы удивляемся тому, что ну как же так, 35. А где остальные ребята? А там свои интересы. Опять же, мы возвращаемся к деньгам и к политике. Вот. Но то, что сегодня мы говорим о том, что мы не будем участвовать, это решение, кстати, тоже не принято окончательно. Далее это на рассмотрение президентов Федерации. Вот. Мы точно должны бороться за то, чтобы они не участвовали. Это точно. Потому что это, это тот же фронт, информационный фронт, да? опять же, политический фронт. Потому что если мы будем блокировать все их возможности на внешней арене, на мировой, да? вот. связанные с экономикой, с политикой, с культурой, с образованием, со спортом, соответственно, это даст свои плоды у них внутри страны. Безусловно. Безусловно. И мы должны с этим работать. Но моя позиция, что если, если они выступают под нейтральным флагом, и ключевые страны будут туда ехать, скажем так, да, вот, я бы дал возможность нашим спортсменам там участвовать и быть на фронте. Они же тоже хотят бороться за свою страну. Правда? И я уверяю, что вот опять же мы сталкиваемся с тем, что высочайшая мотивация побеждать. Высочайшая. Не уверен, что вот такая мотивация была бы в мирное время. И представьте, когда мы будем побеждать, да, и будем доказывать, что мы есть нация, отдельная нация, да, нация победителей. И в спорте, и в политике. Поэтому еще раз говорю, вот если мы, если останутся участвовать, опять же, Великобритания, Соединенные Штаты, там, Китай и все остальные, все останутся, а мы уйдем, да нас даже не заметят. Нас просто не заметят. Поэтому еще раз говорю. А если мы залышим и выиграем? И будем выигрывать. И будем выигрывать. Они будут стоять под нейтральным флагом. Под нейтральным. Да даже, боже мой, я там, я читаю то, что там говорит и Вадим Макович, что сложности будут в общении, там, в коммуникации там. Вопросов нет. Но для этого и служба безопасности. Или стоять там на одном пьедестале с ними, да? Вопросов нет. Уходите, бойкотируйте. Я не, не уверен, что прописано там. В регламенте, что, скажем, там наш боксер обязательно должен отстоять, пока звучит гимн. Опять же, их гимн там звучать не будет, потому что если и дают, то под нейтральным флагом я не, тогда не, не знаю, какой там гимн звучит. Наверное, гимн Олимпиады. Но я еще раз говорю, если мы возьмем и зададим вопрос нашим ребятам, спортсменам, они жаждут этого, они мечтают об этом бое. Если мы говорим про бокс, про легкую атлетику, про борьбу, они хотят этого, они хотят доказать и победить. Мотивация высочайшая. Это вот психология, да. И вот когда мы их будем побеждать, и там, ну о чем мы говорим? Знаешь, мне это нагадала очень классный приклад. Я зараз, вибачте, не пам'ятаю ім'я пари бальні танці наші українці. І це ще було у 18-му році, мені здається. Ну, тобто, вже під час війни. І змагання проходили уяви, в Кремльовському в цьому. Дворце, да. Да. І питання. Їхати на змагання чи ні в Москві, в Кремльовському е палаці, цьому хай буде так, і наша українська пара. І вони кажуть: ми ну, там зрозуміло поставили мету собі, що ми їдемо, ми маємо виграти будь-що, будь-як. Е я не знаю, як це їх бальні змагання там називаються, ну міжнародні, міжнародні. А, і вони приїжджають. Він каже: ми приїжджаємо. Ну а вже що у футболках Україна, прапори скрізь, <рапори> скрізь слава Україні, бла бла бла. Расисти. Ну ми розуміємо, як на них реагували. І що б ти думав, вони у Кремлі виграють ці змагання у Кремлі? Лунає гімн України, прапори України і все. І Вони кажуть, для нас був величезний стрес, тому що ми розуміли, що ну може бути будь-що. Але, слава богу, финал вот такие и заткнули усіх да. расистів. Ну, я еще раз, вы представляете, я же говорю, вот мы же, мы же все, мы готовимся к этому. Наши ребята, мальчики, девочки, все пашут, пашут, и я говорю, да откройте для них этот фронт, открой, это фронт, откройте для них, и они покажут, чего мы достойны. Я пам'ятаю, якраз коли війна починалась, я просила всіх спортсменів, чиновників, депутатів, з ким ми співпрацюємо, записувати відео. Ну хто був за кордоном, Якраз також Ганна Лисенко була на змаганнях, боксерка наша, Добре. і вона також після бою така побита, втомлена ну успішного бою. Відео записала, я кажу, тут, тут тільки повномасштабне вторгнення було. Я говорю, Аня, давай щось, вона, Боже, що війна? О Боже, я з рингу тільки нічого не розумію. Що таке? Ну таке, знаєш. Ну, але ось це важливо. Тому тому молодь має займатися, діти мають. Давай а, трішки на київський рівень підемо, а потім про світовий бокс що поговоримо. А, до чого я веду? Тому діти мають займатися. Тренуватися, не дивлячись на війну, тому що війна ще буде, і не зрозуміло, коли вона завершиться перемогою нашою да, але все ж таки це буде стан знов-то такий, такі ну, трішечки незвичайний для нас, хто зна, що очікувати від е, тих терористів. Скільки у нас взагалі клубів і в принципі всі вони працюють по Києву, що там масово діти могли б приходити і займатися. Да, на сегодняшний день практически все клубы, которые были, все продолжают, ну, повозвращались, пооткрывались, все продолжают работу. То есть, ну и люди же повозвращались, что я Люди повозвращались, мы же видим сегодня результаты того, что достаточно прилично работает ПВО, и ну, Киев сегодня более-менее спокойно, да, безопасно находиться. Вот, поэтому однозначно, э, только мы заговорили, да, однозначно э, мы продолжаем, да? Да, мы, про мы да, продолжаем однозначно э, нужно продолжать жить. Вопрос же в чем? Вот если бы э, мы на самом деле читали и знали историю, э, так было всегда. Да. Всегда. Вот здесь идет война, а здесь идет жизнь. Вот. Просто, конечно, ну, должны быть какие-то нравственные нормы, правда? вот эта показуха, вот эта вся история, которая иногда пролетает в сеть, она, конечно, беззравственна и унизительна. Вот. И мы должны учитывать ту ситуацию, в которой находятся наши ребята там на войне, да, и уважать это. Но я еще раз говорю, они делают все и ложат свои жизни для того, чтобы вот эта мирная жизнь здесь и развитие вот маленьких людей, наших детей продолжалось вот И они реализовывали себя в жизни уже как люди, как личности. Поэтому однозначно нужно возвращаться, нужно заниматься, нужно учиться, нужно тренироваться, нужно продолжать жить. Нагадаю, президент федерации боксу Киева Александр Негода поручь земной. Световый бокс Усик мае в кінці квітня провести бій, провести бій. С Тайсоном Фьюри, да. И что ты мне скажешь? Хоть контракт ще не подписан, станом, ну, на осень нещодавно, давно. Что я скажу? Ты имеешь в виду какие ожидания и какой результат? Ну да. Ну, ты же знаешь, как говорят, прогнозы дела неблагодарные. Нет, Не, ну ты как профессионал, ты бачишь, мы так знаем, что все має быть слава Украине и перемога. Ну, это точно. Я уже говорил, что вот когда э, перед боем с Джошу я четко понимал, что нужно делать Александру и как должен, по идее, пройти бой. И он четко так и прошел. На сегодняшний день вот. Я точно хочу, чтобы Александр выиграл, но это другого уровня боксер, вот, с которым ему придется встретиться, да. Это два интеллектуальных парня, ну прям интеллектуальных. Вот. И это... вот для бокса да, сейчас безусловно. это даже важно. Ну, на самом деле, опять же, ректор там, вот, Кнуба Куликов Петр Мусищи, он говорит, что бокс, бокс это шахматы. Да? Только вот на руках, скажем так. Так вот, два интеллектуала, э -э но разница в том, что Тайсон ну, Фьюрин действительно большой парень. Большой парень. Физы. Большой парень, хорошо дышит, хорошо бьет, проходит всю дистанцию, э вот, хорошо держит удар. Э поэтому здесь я вижу шансы Александра это выиграть по очкам, по очкам. Но это будет сделать точно сложнее, чем с Джошу. Точно сложнее, чем с Джоша, потому что я еще раз говорю, Тайсон Фьюри хорошо дышит, и проходит всю дистанцию. Плюс хорошо держит удар и сам прилично бьет, да. И он умный боксер, он умный боксер, он очень хитрый боксер, он может вот э, казаться нелепым, да, и валять дурака. Вот прям валять дурака, как он его валял, когда был э, Кличко Тайсон Фьюри с Володей у них был. Он же вышел, он валял дурака, да. Он вышел в этом костюме Бэтмена, и все думают, боже, ну какой придурок. Ну, ну чистый идиот, ну разве он может что-то противопоставить Владимиру, да. А это ход, вот я же говорю, вот есть вот эта техника НЛП, да. И у меня такое ощущение, что он прям вот... Превосходно ею владеет. А он, он, он психологи. Да, в он, ну, безусловно. И он сам очень хороший психолог. И вообще бокс это тоже психология. Поэтому мне еще раз говорю: я хочу, чтобы Александр победил. Это безусловно. Я хочу, чтобы наш флаг 5 поднимался. Да и наш гимн играл. Но я пока не совсем, я же говорю, я понимаю, что он сможет сделать. Потому что ну, парень большой. Парень большой, умный, бьющий. Дишить хорошо. без прогнозу. В этот раз точно без прогнозу. Ну, ми віримо, тому що наші хлопці на фронті роблять нереальні речі, чому б і нашому Саші Усику не зробити таку ж нереальну так точно. Да. реальну вот... річ. Yeah. А друга кумедна людина, просто Ломаченко, 20 травня Лас-Вегас має привести бій за усі пояси. Що у вас у спільноті думають про цю особистість? Ну, смотрите, я могу говорить за себе. Про спільноту, я ну, говорити не про, буду. про. Ось ви ж все рівно там ходять чутки, хтось щось каже. Я не кажу там персонально, Вася, Петя, Лена сказали так. А, Ну, глобально. Безусловно. Ну, смотрите, якщо ми говоримо там э, ти говориш кумедно, я розумію, о чому річ йде, так? Да? Э, но... Но я бы так к этому не относился. Потому что это религия, это вера. И это прям глубоко-глубоко. Это, это опять же психология. Да? Це, ну Мне знаем, это как як хвороба какая-то. Что так, именно? Вера? В такому, религия? А, в таком проявлении, когда это уже заходит over the edge. Ну, знаешь, а, на кордоне, на вот грани. еще раз. Я а, не хочу заходить в плоскость религии, потому что... А, это прям глубоко психологический момент. Не хочу, не хочу обижать людей, которые там верят. Вот, вот не хочу. Вот эту вот тему я хочу убрать. Вот. Что касательно Васи. Талантливый боксер, безусловно. Отдавший много труда, много труда. И тоже поднимающий флаг Украины. Ведь правда? Ведь правда. Играет наш гимн. Правда? Правда. Так, але паралельно він каже, виходить з російськими з російськими спецназівцями в кліпі, і знову нещодавно був в скандал з цього приводу. Я, Чесно я не бачив, що він там виходив а... з російськими спецназівцями в кліпі. Це в якому? ну, ще півтора роки тому, під час карантину, чи коли ця була історія, російська. Ну, до до повномасштабного? Так, це під час карантину ще було. А зараз я також можна в принципі, знайти. Нещодавна історія була. А, ще рок, півтори року тому хай так буде карантинна історія. А, був кліп там де про церкву, про релігію, про вірування, але чомусь в кліпі були Ламаченко та російські спецназівці. Не знаю, я... давайте так, еще раз, я не оправдываю эту историю, но опять же, в религию я не лезу, а сейчас у нас встречный вопрос. Вот он отбоксирует и победит, и поднимется флаг Украины и проиграет гимн Украины. Кто-то будет против этого? Не, обжаришь. в чем плане так. Что касательно прогнозов прогнозов, я специально специально вот просмотрел последний бой одного и другого. Это Хейни и Ломаченко. Хейни, конечно, опять же мы сталкиваемся с тем, что большой парень. Ну прям для этой весовой категории этот парень большой. Вот. Я думаю, что он сгоняет, наверное, килограмм до 7. Дэвид Хейни, да? Дэвид Хейни, да. Я думаю, что он сгоняет под бой килограмм до 7. Ну, вот вы представляете, да? До 7 килограмм он сгоняет, входит в эту весовую. Легко, да. И э, он крупный и большой, молодой, 24 года, по-моему, на сегодняшний день. Сегодня, кстати, у Ломаченко 35 лет день рождения. Так вот, э, большой парень... Вася, конечно, поменьше. У Хейни, по-моему, метр семьдесят три рост, метр восемьдесят размах рук. Метр восемьдесят. Это практически мой рост. Вот, вот, вот такой будет размах рук у Хейни. И у Васи метр семьдесят и метр шестьдесят восемь размах рук. То есть 12 сантиметров, грубо говоря, дистанции превосходства. Плюс крупнее Васи, плюс возраст тридцать пять. Но, но, а, Вася высококлассный, талантливый боксер с такими навыками, которые, у которых нету Хэйни. У которых нету Хэйни. Хэйни сильный парень, большой, вот, поэтому я надеюсь, что Вася выиграет и все-таки будет играть наш гимн и подниматься наш флаг. Спортивний фронт, він має бути таким же найпотужнішим, як і фронт а, військовий. 200 янголів спорту. Ну ми розуміємо, що більше янголів спорту, спортсмени, які загинули, захищаючи нашу, нашу країну, спортсмени, які просто загинули від ворожих обстрілів. І на сьогоднішній день в боксі ну тих, яких я можу сказати, це Юрій Іванович, Віктор а, Понятенко, Джунківський. Uh, і там, я думаю, не дай Боже, ще є, просто тих, яких yeah. публічно там вже написано. Uh, як Бірінчик наш, слава Богу, живий, здоровий, воював. Я пам'ятаю, дякую йому, я йому дзвонила і ну, хотіла в гості. Запри... І Він каже, да, нормально, харків, перенаберу. Я кажу, окей, не спіши, все нормально. Ось, um... Як бокс наш підтримує наших ось захисників? Щось відбувається знов таки, якщо повернутися до світової спільноти, якось вони реагують на це? Ну ви ж знаєте, що наприклад, той же Олександр Усік да виділяє великі гроші на відновлення і домов, і для зсу покупали машини. по-моему, там, то есть достаточно большой объем. Владимир Кличко, безусловно, через свой фонд очень большие объемы специальных вещей, скажем так, таких там, как коллиматоров, тепловизоров, привозят в ЗСУ. Очень большие объемы, прям, безусловно. Поэтому это если мы говорим о тех, кто имеет такую возможность в таких больших объемах делать для ЗСУ. Поэтому, безусловно, наша боксерская спельнота не остается безучастной. Про Васю я не знаю, честно говоря, не знаю. Я еще раз говорю, вот вопрос же в чем. Вот, я слышал, э, смотрел вот эти вещи, да, но особо, еще раз говорю, э, не вдавался в этом и не хочу на этом, там, скажем, ну, не пиариться, не хочу на этом, скажем, ну, не хочу я эту тему поднимать, ну, не знаю. Вот я же говорю, глубокий момент веры, многие верующие люди, я думаю, понимают, наверное, о чем он говорит, вот, поэтому Васи не касаемся, я не касаюсь Васи. Ми підемо з ефіру, зараз будемо боксувати в перчатках, які ти приніс, а, і відкрив мені тайну. Я надію, що ми не будемо боксувати. Ти мене боїшся, так? Да? Ну я розумію. Все нормально. Хук, справа, зліва, все окей. А, я коли там були рази з Віталієм Володимировичем зустрічалася і руку так йому жму, і він завжди каже: Ой, як боляче!! Ти розумієш? Так що боляче. Надя весь на шоу підтримати нашу армію, наших захисників. Разом ми переможемо і спортсмен спортсмени, Діти, люди займайтеся спортом, прапор має майорти скрізь. Слава Україні! Героям слава до зустрічі. Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України. У четвер, о 20-тій. Надя Васіна шоу. Мої гості це лідери, які змінюють країну.